Всем привет, друзья, с вами Назар, и мы играем за понт в игру Rim 2 Total War. В прошлой серии мы сделали ходы, так что я сразу же нажимаю конец хода. Хочу вам сказать, что серии сейчас будут выходить редко, реже, чем обычно, так как у меня дома идет ремонт. И нет, скажем так, удобных условий для записи видео. Так, у меня такое впечатление, что Египет хочет напасть на Кнос, или не хочет, или он просто кораблики свои двигает туда-сюда. Вроде не напал. Так, у нас война с армянами. Ну, почему они не взяли город Трапезунд? Я бы отбил его, и у меня бы был еще один город нашей северной провинции, но не Арсамосата. На город Арсамосата решили напасть или не напасть, или они просто мимо проходили. Так, подлая Персия взяла город. Трапезунд, вижу, немножко воюет, но в наступление не идет. Пока что у них такая тактика выжидания. В Синопе у нас восстание. Такие себе войска. Правда, пока мы подойдем. Немного не хватает хода. Я не думаю, что они нападут сразу же на город. Так, Сино, посмотрим. Да, у нас есть два пикинера-новобранца, три восточных прачника. Думаю, мы сможем выстоять. Тут, как видите, крестьяне. Или как называют их в этой игре, толпа. Так, переходим на другой фронт. Тут видим Мидия Тропотена. Так, перешла в наступление. Я так понимаю, они тоже воюют с армянами. Так, тут у нас армия так себе. Враг, правда, на ускоренном, но мы не дойдем за этот ход. Не успеваем. И агент, к сожалению, тоже не успевает. Хочу хотя бы глянуть, какие там войска. Знатные копейщики, да, это лучше, чем восточные. Причем так достаточно неплохо, они лучше. Но все же с нашей армией, думаю, они не сравнятся. Так. Хорошо, давайте подойдем вот так. Просто будем стоять, возможно, нападут, возможно, нет. Хотя я сомневаюсь, что они нападут. Арсамосата может здесь нанять. А здесь хорошо бы было, если они возьмут этот город. У нас тут строительство идет, мы потратили деньги, и немалые. Не хотелось бы его просрать, скажем так. Анкира. Тут пока что дела идут хорошо. Тем более пищу отминусует это строение. Так что пока что не буду его строить. Антиохия. Вот тут бы хорошо было бы построить. Порядок остается такой же, я так понимаю. Вот что-то на общественный порядок можно было бы и построить. Так, здесь на культуру, тут на рабы. Вот это на общественный идет строительство. А деньги нормально, так что давайте строим на общественный пока что. Тут рост немножко увеличится, но я хочу построить что-то из этого. Давайте усадьбу, она больше дает пищи.
Селевкия. У нас еще и Эдесса. Это там, на севере. Ну, давайте вот здесь построим. Так, кузница на броню. Угу. Мы можем улучшить наши войска. Нанимать здесь кого-то можно? Нет, нельзя. Может здесь построить что-то такое военное? Было бы неплохо, так как провинция пригранична. Можно просто на доход. Так, можно и на культуру. Общественный порядок, плюс влияние. Так, перестроим давайте вот эту штуку. Мастерская, я так понимаю, вот это и есть мастерская. Броня и оружие. Да, броня, оружие. Это даже более развито. Можно перестроить, кстати. Здесь более на броню. Здесь на оружие. Ага, ну не будем перестраивать, нас это строение устраивает. Вы дух отряда при наборе. Давайте построим. Ну ладно, давайте на культуру все-таки. И на порядок общественный. Эдесса. Пока что не будем, побережем деньги. Война, кто воюет? Афины и Трибалы. Пусть себе воюют. Так, где-то здесь был наш еще один агент. Вот он. Отправим его сюда. И что у нас с этой Ярмосатой? Ну, набирать нужно войско. Какое-то бесплатное. Вот этого мужичка возьмем. С других семейств восстановим наследие убийц циклопов. Там какой-то бонус есть. Возьмем пикинеров со щитами. Нанять мы не сможем. Наемников. Ну, давайте возьмем вот так. И хотя бы отрядик. Так, вряд ли мы сможем. А тут какой гарнизон? Горцы, восточные и три толпы. Значит, стрелков абсолютно никаких. Это не очень-то и хорошо. Ладно, будем пропускать ход. Или может еще вот этой армии куда-то пойдем. Хотя куда нам идти? Этот город я не хочу брать. Он в пустыне. Давайте завершаем ход. И посмотрим, что армяне придумают на этот раз. Египет уже задолбал. Туда-сюда, туда-сюда. Так и думал, что не то это и сделает. Ну что ж, приступим к бою. Сразимся на поле битвы. Смотрим, что мы сможем сделать. Врага, правда, есть три отряда хороших застрельщиков. Ну и мы не смогли, к сожалению, нанять наемников, хотя потратили деньги. Не наемников, а наших войск. Так, начинаем битву, но почему-то мы сражаемся на поле боя, а не в городе. Почему так, я не понимаю. Может, я нажал, хотя вроде не должно так быть. Начнем битву. Подкрепление, конечно же, подходит черт знает откуда. Не оттуда, откуда мне нужно.
надо, это такое подкрепление. Так, все вышли. Отправляем их куда-то вот сюда. Скрываем советника. Враг, я так понимаю, клюнул на нас, на вот эту армию с подкрепления, и движется на соединение с ней. Точнее, не соединение, а на битву. У нас нет конницы, тоже, к сожалению. Вроде пока что стоят, но я не знаю, смогу ли я выстоять против знатных копейщиков. Они, как видите, в броне закованы. Может, не успеют. У врага есть конные застрельщики. И такое впечатление, что они нас потихоньку догоняют. А может, и не догоняют. Ой-ой-ой, стой, стой. Так, вы, мужики, стойте на горе. Нет, нет, нет. Вот так мы вас расставим. А вы, ребята, давайте сюда. Они будут очень уставшие, пока дойдут. Добегут, точнее. И враг, видим, уже переключается. Он, наверное, понял, что не догонит нас. И переключается на ту сторону. Хотя нет, он все-таки догоняет нас. Давайте обычный режим. Обычную скорость. Так, вас, ребятки, сюда. Так, толпа впереди. Пусть принимают на грудь снаряды вражеские. Пиметатели. Тут знатные копейщики. Давайте можно сразу же выйти, например, и обстрелять копьеметателей. Ну нет, они стоят. Ага, они решили залп дать. 5 человек убили. Угу. Давайте по знатным копейщикам все-таки дадим залп. Да ускорьтесь, ребята, не нужно ждать. Чё отступил? Немножко убиваем даже. Подходим ближе. Нас тут расстреляли, как куропаток. Так, горцы. Враг отступает. И наступает, и отступает. Ну что ж, вперед. Попробуем зайти во фланг. Так. Ну, отряды наши уже побежали. Сюда
даже можно было не надеяться на что-то. Нас тупо расстреляли, я так понимаю. Ничего, сейчас вернем город. Четыре героя осталось. Но нет, все-таки они побежали. Завершаем битву. 100 человек даже убили, причем больше всего наши застрельщики. И, как видим, вражеские застрельщики в основном уничтожили все наши войска. Потеряли мы город. Ну, типа показано, что мы... Ну, что-то не понимаю, это было сражение не за город, что ли? Ну, хорошо. Отступил. А, блин. Я же не завел армию внутрь в город. Все понятно. Нужно было еще выбрать армию и завести внутрь города. Она стояла, скажем так, на улице. И вот мы не смогли ее разбить. Ну, вроде как они не взяли город, что ли. Как это понимать? Так, тут тоже какие-то повстанцы появились. Смерть, естественная смерть, наводнение. Так, давайте сначала разобьем вот эту армию повстанцев. Ну, так и не показано мне, сколько там человек есть. А, он отступил. И мы потратили весь запас хода. Ой. Так, тут опять враг угрожает нашему городу. Ну да, они не взяли этот город. Совершенно не понимаю, почему. Здесь что? Здесь нам не хватает хода, как всегда. Совсем чуть-чуть. Так. К этой армии, вот к этой нам, стоп, хватает или не хватает? Такое впечатление, что тоже не хватает. Отлично, супер. Игра, эта игра меня просто выбешивает. Я так понимаю, искусственный интеллект так специально, у него такой супер бонус есть. Да, он знает, чтобы не подставляться нам. Куда нужно стать? Диверсии в войсках, отравление пищи. Ну, хоть немножко потравим их. Ну, уж трапезунт атакует, но еще и провалилась. Диверсия просто отлично. С каждым разом все лучше и лучше. Так... Тут войска стоят. Я думаю, стоит улучшить доспехи и оружие. Я думаю, вот этим сначала, ребятам, получаем. Стоит не так уж и дорого. Ну, пока что хватит. Одесса, Одесса. Пока подождет строительство. Антиохия. Давайте здесь заложим город.
Ага, тут появились у нас места для застройки. Давайте Мазака. У нас нет денег пока что. Так, армия на ускоренном дойдет. Да, доходит. Нужно взять каких-то наемников. Горцы отряд. Ага, на это уже денег нет у нас. И-ка смотрим на гарнизон. Пикинеры, восточные пращники. Ну, тут, я думаю, сможем. Надеюсь, сможем защититься. Так, попробуем диверсию, разлад. Ага, у нас нет денег. Хорошо. Здесь армия, возможно, лучше ее поставить в город, да. Агент. Отправим его, поставим сюда. Вот так. Ну, вроде как закрыли наши границы. Не должен враг взять ни одного города. Хорошо, смотрим еще, что у нас исследуется. Растительные каналы, и это даст нас 1000 плюс 3. Отлично. Хорошо, друзья, на этом буду завершать нашу серию. Встретимся в следующей, где попробуем добить уже вот эти две армии и отправиться дальше в преследование. Так, отремонтируем вот эти штуки. Недешевый. Ой, стоп. Стоп. Что я делаю? А, это снести. Нет, лучше не сносить. Так, они, наверное, будут сами восстанавливаться. Ну, хорошо, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Назар. Всем пока.